Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество ваше? Луцов Сергей Васильевич. Должность какая у вас? Я дознаватель. Чего? Обнять не полагайте, пожалуйста. В чем суть? Можно уточнить? Да. Что вы сейчас здесь сделали? Алло. Подъезжай. Ну, я не знаю, ну, вон тебе посмотришь. Делали что здесь сейчас? Приезжал. Зачем? Просто так я сюда приехал. Кому? Без понятия, заблудился здесь. Да? Вон, доставайте. Пани, товарищ, понятые, посмотрите, пожалуйста. Да. Добровольно вы даете денежные средства? Да. Это откуда деньги у вас сейчас? Говорите. Это все денежные средства? Да. Вот эти деньги конкретно вы где взяли? Передал человек. Какой? Который вот здесь живет? Или находится? Ну, находится. Как его зовут? Дмитрий. Его автомобиль? Зовут. Вот это его автомобиль? Ну, да. Вот это вот. Покажите. Посмотрите. Пальцем. Покажите пальцем. Это его автомобиль? Да, это его автомобиль. Какая сумма здесь? 25. За что переданы деньги? А, на ремонт служебного автомобиля. А за что? Какой статьи он вам деньги передал? Были у них какие-то административные нарушения? Ну, они есть. Осуществлялась проверка вами и... Да, осуществлялась.